Всем привет! В этом видео я хочу сделать для вас очень яркий, насыщенный макияж для фотосессий, для фото, для видеосъемок. Это достаточно яркий, насыщенный и очень красивый макияж. Я его буду делать с помощью вот такой палеточки от Zoeva Smoky. И кому интересно, как я его сделала, то оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра! Я уже нанесла тональный крем на лицо, сделала легкую коррекцию лица, и давайте приступим к макияжу глаз. Начну я с того, что нанесу под бровь кремовые тени Color Tattoo 91 оттенок. Наношу пальчиком и все растушевываю. На все подвижное веко я буду наносить основу под Smoky Eyes от Chinichita. Наношу плоской синтетической кистью. Теперь в складочку века я буду наносить светло-розовый оттенок. И этим оттенком стушевывать границу между светлым и темным. Этот же оттенок я нанесу на нижнее веко. Теперь более темным, таким коричнево-бордовым оттенком я прорисую складочку века. Этот же оттеночек я нанесу на нижнее веко. Теперь под бровь я нанесу светлый оттенок.
и растушую границу растушевочной кистью. Теперь на все подвижное веко я нанесу темно-фиолетово-синий оттенок. И сразу же кисточкой подтушевываю границу. Этот же темный оттенок я нанесу прям под ресницы. Теперь в уголочек глаза и под бровь я нанесу перламутр в 26 оттенке. Черным карандашом я прорисую уголочек глаза по верхнему веку. На нижнюю слизистую я нанесу подводку от Inglot в 87 оттенке. Это очень красивый такой бирюзовый, темно-бирюзовый оттенок. По верхним ресничкам я пройдусь черной подводкой.
Я не буду выводить какую-то стрелку, а просто затемню ресничный край. Теперь я хорошенько прокрашу ресницы и в уголочке глаз наклею накладные ресницы. Мой макияж готов, он получился достаточно яркий и насыщенный. Такой макияж отлично подойдет для фотосессии, для каких-то съемок, потому что для жизни, мне кажется, это слишком темный макияж, слишком яркий, но каждому свое, возможно, кому-то нравится носить именно такой макияж. Надеюсь, этот видеоурок был для вас полезен, и вы попробуете что-то новенькое. И если вам этот видеоурок понравился и понравился этот макияж, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, и всем спасибо за просмотр. Всем пока!